Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня мы с подписчиками будем играть в смертельные гонки. Большая карта, два круга. Кто первый проедет оба круга, тот и займет первое место. На карте есть много всяких ловушек, но самое главное то, что каждый из нас может построить ловушки для других участников заезда. Сундуки! Каждый сундук может содержать гранаты, РПГ, калаши, дробаши, мины, ТНТ, шипы, капканы и многое-многое-многое другое. Первые три игрока, которые подъедут к сундуку, могут забрать содержимое и попытаться убить как-то своих противников. Два заезда, и в каждом заезде по два круга. Кто в конце приедет первым, тот и будет победителем. Кто приедет первым, получает 3 очка, кто приедет вторым — 2 очка, кто приедет третьим — 1 очко в очко. Его, 1 очко. Утка, батон, Стасик Мордасик и наркоманчик Костянчик. Голубой котяра, как мы его называем. Быстренько выбирайте свои машины, моя красная. Я сразу же сказал то, что моя красная, потому что это мой любимый цвет. В принципе, вы все готовы приступать? Нет. В смысле нет? В смысле нет? Как только прозвучит выстрел револьвера, вперед. Два круга. Кто первый приедет, тот и получает один бонусный балл. Все поняли? У нас топливо кончается, топливо не сжигаем. Все готовы? Не слышу, дети? Да? Да. Нет? Да не надо мяу. Раз, два, три, подождите, я стреляю в голову Кости. Дебил! Я же сказал, когда будет выстрел. Костя, готовься. Поехали, 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 поехали. Подождите, мне кажется, здесь лучше на F5. Я уже шандарахнулся. Хлебушек! Подожди, 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 подожди. Он уже, ты смотри, куда он уже поехал. Хлебушек, ты где? Хлебушек? Мне кажется, ли ты нас уже очень сильно обогнал, не? Я уже стукнулся куда-то, я не понимаю. Так, куда? Короче, я не буду останавливаться, я не буду никого ждать, потому что мне нужно к первому сундуку добраться и взять там РПГ или что будет, я не знаю. Дрифт! Кстати, не забывайте нажимать на Space, потому что Space — это дрифт, вы плавнее входите в поворот. Я уже практически на самой верхушке паркинга. Так, здесь чекпоинт. Мне вас ждать или не ждать? Я просто даже не знаю. А-а-а! Подождите! Так вы уже здесь? Я думал, то, что вы сзади меня. Как вы так быстро? Опа! Моё! Нельзя с нами играть. Куда? Я походу... Я Костю убил. Подожди. Опа, чекпоинт. Ну, минус один я уже успел сделать с помощью вот этой РПГшки. Так, здесь еще одни сундуки. Кто быстрее подъедет? Это мое. Ёперес, это... Костя! Я забыл. Подожди, а куда? Сюда. Дробаш! У меня есть дробаш! Сухарик, здесь аккуратно, мы заезжаем в метро. Это первый раз, когда мы играем на этой карте, мы практически еще ничего не понимаем. Так, Мия сдохнула. Спасибо. Алло, сказал? Поделись машинкой, пожалуйста. А-а-а! Подожди. Хлебушек, давай успокоимся. Хлебушек, успокойся, пожалуйста. Хватит! Хозяин. Я не покупаю, у меня машинка не открывается. Да твою ж зараза! Ты почему меня убил? Где я вообще очнулся? Так, когда ты умираешь, значит, нужно все заново это открывать. Так, я открываю сейчас, мне нужно... Ёперес-эте! Хлебушек пока что на первом месте. Я заправляю машину и сваливаю отсюда как можно скорее. Кто уже в метро, признавайтесь? Я знаю, что там только Хлебушек. Я в метро, но я застрял. Ты в метро, но ты застрял. Ты зачем меня убил, зараза-то такая, а? Я не успел даже ничего сделать. Я хотел взорвать метро. Хлеб, не смей меня, пожалуйста, убивать в этот раз. Мне всего лишь нужно зайти в сундук и что-то отсюда забрать. Так, здесь гранаты. Забираем и сваливаем. А, нет, подожди. Второй круг. А-а-а, я слышу, дебила, я кусок. Зачем я бросил себе же гранату под ноги? Да я хотел вообще... Ёперес, это, извините, я дебил, я знаю.
Я опять ничего не успеваю, я опять ничего не успеваю. Прям. Да к чертовой бабушке машину на руки берем и побежали! Побежали, побежали! Пожалуйста, не догоняйте меня, пожалуйста, пока что! Я прям. Я просто побежал и буду кидать вам гранаты под ноги. Сюда, можно сюда. А где, 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 где? Подождите, подождите. Мия! Привет! Да, она еще не. Дрожь меня. Дрожь меня. Извини меня, пожалуйста. Я не хотел. Так вот, вот сейчас сюда можно поставить. Подождите, это только первый круг? Опа, опа, запрыгнул на автобус, и сейчас первый круг я проехал, прекрасно. Так, дальше, дальше, хлебушек, ты где? Подскажи, пожалуйста. Не гори то, что ты уехал уже просто не знаю куда. Я на парковке. Ты на парковке. Его можно кикнуть просто. Я тоже на парковке, но ты, как я вижу, намного дальше, чем я. Но ничего, 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 у меня есть еще несколько гранат, поэтому у меня есть газовая граната, я ее просто куда-то брошу, чтобы кому-то в лицо попасть, чтобы кто-то ничего не видел. Хлебушек, я прям сзади тебя, у меня, правда, кончается бензин, а бензина у меня вообще очень мало, поэтому я надеюсь, что я тебя смогу догнать. Хлебушек, подожди, пожалуйста, меня, ты рискуешь... Ой, он там какую-то засаду делает! Хлебушек! Да, пока. Я его перегнал, и я опять себе вернул первое место. Так, сейчас у нас сундуков никаких нет, поэтому мы быстренько... Валим отсюда как можно скорее. Ты рискуешь? А я сейчас чуть в лаву из-за тебя не попал. Ой, попал. Я горю! Кто здесь взорвал систему? Я не могу. Я ничего. А, точно, я же в кости выстрелил. Это я был. А, это ты был? Хорошо. Так, у меня есть... А что у меня есть? У меня есть гранаты. Это очень страшно. Замолчали все так. Можешь замолчали. Можешь не взрывать только, пожалуйста. Да я постараюсь не взрывать. Ой. А, я дебил, я опять себя же гранату кинул. Фу, успел проехать. А вот сейчас, подождите, пожалуйста. Сейчас аккуратно, пожалуйста. Сейчас очень аккуратно. Сейчас очень аккуратно, очень. Ты что там? Ребята! Я не пойду туда. Как у меня это получается? Слушайте, вот это самая лучшая граната, которая только существует на этой планете. Это второй, последний круг. Сейчас главное в лаву не шандарахнуться. Я не шандарахнулся в лаву. И заезжаем обратно на парковку. Опа! Первое место. Или не первое. Первое. Мия, ты два круга проехала? Да. Ну хорошо, тогда я беру машину в руку. Стасик, ты как прыгаешь Она на машине? Она первый круг проехала. Стасик, что с тобой происходит? У меня карта не прогружается. Мы заметили. Поэтому он напрыгает. Мы ждем. Мы ждем третьего. Где третий, а? Как ты думаешь, Мия, кто приедет? Я пока пролетела туда. Опа! Кто это едет? Ля, голубенький котик! Сухарик потерялся, походу. А вот и сам сухарик. Здорово, сухарик. Ты его убил? Я его убил. Короче, я победил, у меня 3 очка, у Мии 2 очка, у... Убери, пожалуйста. У Мии 2 очка, у голубого кота 1. А Стасик вообще где-то потерялся. Вы готовы к следующему раунду? Нет, но я вас спрашивать не буду, поэтому приступаем ко второму раунду. В первом заезде выиграл я, у меня 3 очка. Сейчас посмотрим, кто выиграет в этом. И в конечном счете станет победителем всего нашего заезда. А ты... Поддержи меня, поддержи этих подписчиков-наркоманов и поддержи всю нашу семью перцев. Не будь ленивый саркотанцы, а! Подпишись на канал, чтобы больше никогда не пропускать мои новые ролики, а я обещаю то, что буду выпускать для тебя каждый день. Вы готовы, наркоманы? Или нет? Костя! Убери ракету! После первого раунда все это... После первого раунда все это нужно убирать, алло! Да! Кто сказал, что нет? Авто! Правило... Раз, два, сухарик, до свидания. Сухарик, пока. Пока, сухарик.
Поехали! А! Кто бы толкнул стенку? Мия, аккуратненько. Ты посмотри, кто вырвался на первое место. Ты посмотри, голубенький наш котенок. Может, забанить. Может, реально забанить. Костя уже давным-давно бан не получал. Ой, где я? Так, у меня здесь небольшие проблемы. Костя, подожди, Костя, ты не в ту сторону поехал. Костя, как ты так быстро проезжаешь, а ты так же заряжаешься в стенки, как я? Но он как-то умудряется прям... Он читы скачал. Он читы, походу, скачал, да. Ладно, я уже почти доехал. А нет, это еще предпоследний уровень парковки, сейчас еще будет последний. А Костя, мне кажется, вообще уже прыгнул туда, на этот тоннель, который наверху. Или нет? А чекпоинт есть, чекпоинт есть! Чекпоинт есть! Костя молчит, а я сейчас заберу... Я сейчас забираю! Костя, у меня такой вопрос. А ты забрал... Пацаны, а вы забрали ракеты? Да. Ты сказал, там ничего нет. Там есть, как бы... О! Ты нас обманываешь. Да как? Куда? Почему я выстрелил вообще в другую сторону? Чё за дичь? Я поехал. Так, здесь сейчас почему тоже будут... тут сорвано, мать? Здесь сейчас будут сундуки, поэтому забирайте сразу же все. Поехали дальше. Все. Я сейчас заезжаю в метро и посмотрим, что будет здесь. Кстати, у меня же была идея с самого начала. Я не знаю, как вы сейчас пройдете этот уровень. Подожди, а как я пройду этот уровень? Там еще второй же круг есть. Вот я дебил! Кто там едет? Ясно. Он сломал. Где что? Мост. Ну я ничего не ломал. Я ничего не ломал, тебе показалось. Да, я только что поехал. Да где вы, я не могу понять, что один, что другой, что третий. Я Тома. Вот зачем ты не сломал, да? Это кто меня назвал там кем? Я кем ты? Раз я взяла сундук. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Первый, я почти уже проехал до конца. Ну как до конца? Первый круг я проехал. Так, хорошо. Сейчас небольшой такой перекурчик. Мне нужно взять все гранаты, которые сейчас у меня есть. Ага, это вот сюда. Перезарядиться на всякий случай. Возможно, сейчас кто-то меня сможет догнать. Я вот это тоже не знаю. Оп! Пацаны, вы где? Пацантрессы. Я опять не туда повернул. Вот сюда. А что мне еще можно взорвать, я не понимаю. Давай ты себя зовешь. Вот оно как. Опа, там что-то взорвалось. Ты любя. У меня сейчас уже кончится бензин, поэтому нужно доезжать как можно скорее. Дрифт! Наваливаем боком, пока эти пописяки где-то там вообще на самом начале. Опа! Подожди. Сыр Костя убил сыра Костю? В смысле? Он сам себя убил. Костя, ты дурак? Ты как сам себя убил? Сейчас главное не шандарахнуться, а агро. Так, хорошо. Я подъехал уже, не знаю куда. Стасик, здесь твой... Стасик, ты собака, это как сейчас было? Стасик, как мне выбраться отсюда? Здесь еще и лава. А я поехала. Ты смотри. Иди сюда! Все, зажимись, у меня машины нет. Ставим машину и сразу же ее открываем. Стасик меня подставил, она, короче, засаду там устроила. И сама же искупнулась в лаве. Стасик. До уровня. Кто уже проехал два круга? Мне кажется, таких точно нет, поэтому ладно. Как и ты не проехал. Я еще тоже не проехал два круга, но я уже почти, ну как почти? А там я же мост сорван, да? Там же мост сорван. Прекрасно. Слушайте, а может здесь тоже сделать такую небольшую... То есть, посмотрите, если я сейчас здесь вот я так сделаю... Я приеду в Новосибирск. Здесь же реально... Я найду твой дом. Я твой дом сорву.
Вы понимаете то, что здесь реально сейчас никто не сможет проехать. Стасик, я тебя вижу, ты что там делаешь? Бежишь, ну давай бежи, бежи, беги. Опа, 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 я же вижу, ты там стоишь, Стасик. Давай, 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 давай. Я вообще без машинки. Да иди ты в жопу. Да я не могу в нее просто попасть банально. Ладно, сваливаем. Я и так уже здесь очень много времени потратил, поэтому нужно валить в метро, а то сейчас меня еще догонят. О, а мне кажется, прям у меня, знаешь, такое плохое предчувствие, прям очень плохое предчувствие, прям очень-при-очень плохое предчувствие. Ну, в принципе, да, как я и предполагал, у меня очень плохое предчувствие. Прям машину в руку и сваливаем отсюда. Мне кажется, или сейчас мне кто-то делает засаду здесь, нет? Поехали, поехали. Сухарик уже наверху, сухарик наверху, сухарик наверху, сухарик наверху, сухарик наверху. Да где я наверху? Я тоже в жопе. А ты проехал? Да отстань. До свидания, сухарик, до свидания. Ты чё думал? Ты думал то, что ты машиной в руках сможешь победить? Я надеюсь, что я сейчас попаду. Попал, 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 попал. И... па! Да! Извините, конечно, я хочу вас всех расстроить, но я немножко выиграл. Я немножко затащил. Опять нам первая уже версия. Ничего, да, ехать, да? Не, подождите, подождите. Второй, кто приедет, зарабатывает 2 очка. Третий, кто приедет, зарабатывает 1 очко. Я вас, в принципе, могу уже здесь подождать, если вы хотите. Да, сухо... я уже выиграл. Не убивай! Я уже выиграл! Ты тебе встань! Сухарик, ты с ума сошел! Я уже первое место занял. Ты что делаешь, пописяка-то такая? Я так. Доехал, я ты доехал? Ты не, ты не второй, ты третий, Костя. Какого хрена у меня чекпоинт не сработал? Какого хрена, я вообще не вижу, куда ехать. Да хватит! Ой, 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 ой. Все, я нашла. Ты нашла. Вытяни. Минус 3 одной гранатой. Ребят, я сам такого не ожидал, честное слово. Мужики затащили, а какие конечные итоги? У кого сколько очков было за первый раунд? Суммируя все баллы и подведя итоги, у меня 6 очков, у Сухарика, Кости и Мии по 2 очка. У Стасика 0. Ну, Стасик, мы тебе можем купить там шавуху, я не знаю, сок какой-то, знаешь, как утешительный приз. Или можешь себе машину с бензином забрать, у тебя же есть права там, в Москве будешь кататься. А мы... сильные мужики с машинами на плечах. Говорим тебе огромнейшее спасибо. Напиши в комментах, понравилась ли тебе эта серия. И поставь... поёханный ты карапуз. И поставь лайкусик, если хочешь видеть продолжение. Ведь с этими наркоманами можно много чего сделать на протяжении 24 часов. Серия-то идет минут 10. А мы ее записывали, я даже не знаю сколько. Часами, реально 24 часа записывали. Мы тебе все скажем огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем па. Я с этими гонками вспотел так, то, что у меня реально прям труханы уже мокрые все. Вот прям насквозь, насквозь, и лобешник. Фу, жарище дикое.